нас очередной обзор на тему очередных новых катушек. Так, сегодня будем рассматривать вот такую вот катушку фирмы Li Yuwon. Если мы правильно читаем, я думаю, так это и звучит, Li Yuwon SFB 1000 модель. Сразу хочется сказать о предыдущем обзоре на тему копии подделок катушек Shimano. Вот у нас катушка Shimant Katana, и мы видим у них невероятное сходство данных катушечек, ну в данном случае коробок, раз мы рассматриваем коробки, то есть у нас даже прослеживается буква S Katana, название модели Shimano. Вот, но у нас опять-таки это не Shimano, это Shimant, буква D улавливается. Также здесь у нас смотрим, как коробочки выглядят, похожи или не очень. Так, здесь у нас про катушки ничего не сказано, кроме как модели. Здесь у нас уже описывается модельный ряд катушек, передатка и лесоемкость данных катушек. Все, думаю, видно нормально. Тысячная, двухтысячная, трехтысячная. 5,5 передатка у двух и трехтысячных. У тысячной 5 и 1 к 1 передаточное число. Так, давайте посмотрим теперь на сами катушки. Насколько они похожи. А сходство у них наблюдается в внешнем виде точно. Ну, давайте поговорим все-таки об отличиях. Отличия у нас здесь вот такие самые главные, замечательные, вот такие разные картонные картоночки. Здесь у нас Shimant Katana, а здесь у нас, вот, собственно, я думаю, что это иероглифы Li Yuwon, как это здесь на английском написано. Хочу, кстати, отметить, вот буква S, которая присутствует здесь на коробке, здесь она отсутствует, но в перевернутом виде видна как логотип, я не знаю, наверное, данной компании. Хотя насчет компании, компания ли это, или просто хороший человек Li Yuwon делает такие катушки лично, кто его знает. 13+1, сумасшедшее количество подшипников. Будем, конечно же, ее разбирать, посмотрим, реально ли заявленное количество подшипников. У нас тут моментальный стопор обратного хода. Ручка вот так вот у нас складывается. Так, здесь у нас ручка на этой модели металлическая, но она покрашена, она не складывается кнопкой. Получается, нужно откручивать, чтобы складывать каждый раз. Здесь у нас сходство наблюдается одинаково, вот эти вот резиновые, такие же штучки. Так, здесь сзади смотрим. Сходство есть. Даже здесь у нас вот эта вот вставочка такая декоративная. Указана модель катушки. Тысячная. Здесь у нас Shimano, вернее Shimant, и количество подшипников 6 подшипников. Вот. По описанию у нас также меч Katana. Тысячная моделька, не знаю, видно, нет, думаю, видно, Li Yuwon, и лесоемкость данной катушки. Передефлексован, кстати. Что такого сверхъестественного? Так, значит, еще отличие у этих катушек. Душка лесоукладывателя разного цвета. В принципе, как она работает? Работает она одинаково. Самое главное отличие, хочу сказать, что отличие в цене. Я думаю, что здесь идет переплата за бренд, как это сказать, за копию на бренд, за описание вот эти вот замечательные. То есть риск производителя, что его раскроют, разоплачат, видно, и он решил продавать ее дороже. Вот эта катушка такая же точно стоит дешевле. Кстати, кто смотрел обзоры наши, видели, как катушки вот подобного плана продают хорошие интернет-магазины по хорошей цене, выдавая их за оригинальные. Там даже на фото есть вот такая же катушка, вот как Li Yuwon, только на ней также написано, что это Katana, что это Shimant, но выглядит она ровно так же, с такой вот ручкой. В принципе, ручки, если на них переставить, они будут опять-таки идентичны. Количество подшипников, что здесь указано, будем разбирать, смотреть. Здесь их 6. 6 мы их, насколько помню, и обнаружили. А вот 13+1, это, конечно, уже серьезная заявка. Еще раз скажу, что цена у нас этой катушки дешевле. Вы ее также можете найти в нашем интернет-магазине. Так, Li Yuwon. Ну что, поехали, разбираем. Смотрим, как же он сделан.
Так. Здесь у нас топорочек. Тысячная модель. Катушечки. Подшипник открытого типа. Один подшипник уже есть. Моментальный стопор обратного хода, в принципе. Все понятно, как у многих и многих-многих других катушек. Ничего сверхъестественного мы не обнаружим. Хотя, насчет подшипников, видно, что он все-таки... Идем дальше. Так, сняли ручку. Снимаем вот этот декоративный элемент. Опа, у нас послетали вот эти вот накладочки рекламного характера, которые, в принципе, ничего не закрывают. Так, значит, раз, два, три, четыре. На четырех буксах у нас крышка закрывается данной катушки. Так, один. Второй. Третий и четвертый. Так, ищем 14 подшипников. Если они здесь. Так. Подшипник открытого типа, все-таки открытого типа. Как он у нас выглядит? Обычный подшипник. Так. Подшипник открытого типа. Так, это что такое? Смазка, цвет катушки. Здесь видно, не видно. Нет, похоже, здесь подшипника нет у нас. Получается, здесь один ролик и один шарик на подшипник. Здесь у нас два подшипника, получается. Вот он, первый. Вот второй. Вот как, собственно, выглядит внутреннее содержание. Так, посмотрим, что у нас. У Лиса есть подшипник, подшипника у нас нет, на шестерник у Лисы. Так, итого мы обнаружили 4 подшипника в данной катушке, заявленных 13 плюс 1. Разбираем ролик лесоукладывателя, смотрим, есть ли там подшипник. Подшипник у нас здесь есть. И не один, два подшипника в ролике лесоукладывателя. Сейчас их вытащу, чтобы вам было их хорошо видно. В принципе, я считаю, уже отлично. Так, вот они, два подшипника в ролике лесоукладывателя мы обнаружили в данной катушке. Итого 6 подшипников мы нашли. Катушка Li Yuwon SFB, тысячная модель. Еще повторюсь, что мы сравнивали ее с катушкой тысячной SFB Shimand. Вот. Вот такая вот катушка. Рады были представить в очередном обзоре. Какие вопросы, пишите в комментариях. Всем пока!